Бачу, що зателефонували. Будь ласка. По поводу пунктов приема стекла тары, мы действительно демонтировали несколько павильонов, которые занимались приемой стеклопосуды. На сегодняшний день проведен круглый стол с участием руководителей этого сетевого бизнеса, которые занимаются непосредственно приемом стеклопосуды у нас в городе. Достигнута договоренность в нескольких форматах. Первое. Прежде всего, эти павильоны будут отвечать тем эстетическим требованиям и тем нормам, которые будут предложены управлением архитектуры. Второе, они будут размещены на тех местах, на которых можно размещать такие объекты. В частности, у нас есть предложение о том, чтобы размещать их не на фасадных улицах. Я не думаю, что это украшает город, когда на фасадных улицах мы видим прием стеклопосуды и так далее. Мы полагаем, что такие объекты должны размещаться внутриквартально или внутри дворов. Во-первых, это более удобно для жителей, которые могут выйти и сдавать стеклопосуду в эти пункты. Конечно же, мы будем советоваться с жителями города, мы будем спрашивать их мнение о том, удобно ли им, чтобы внутри их двора находился такой пункт по приему стеклопосуды. Я зараз...